И о футболе. «Спартак» Нальчик опять порадовал болельщиков. Накануне красно-белые встречались на выезде с белгородским «Салютом». Возглавляет его, кстати, бывший наставник нальчан Сергей Ташуев. Команды в нынешнем сезоне решают диаметрально противоположные задачи. Белгородцы ведут ожесточенную борьбу за сохранение прописки в футбольной национальной лиге, в то время как клуб из Кабардино-Балкарии надеется вернуться в элиту российского футбола. В этой встрече фаворит был очевиден, однако поединок стартовал не по совсем ожидаемому сценарию. Хозяева поля продемонстрировали в начале игры атакующий стиль, угрожая воротам нашего голкипера Антона Коченкова, но неудачно. Отразив стартовый натиск соперника, нальчане выровняли игру. И на 24-й минуте матча открыли счет. Отличился, воспользовавшись великолепным пасом Джудовича, Игорь Коронов. Сравнять счет белгородцам не удалось, а «Спартаку» Нальчик очередная победа позволила сравняться по очкам со СКА «Энергией». Мы по-прежнему делим с хабаровчанами третье место в турнирной таблице, но опережаем их по выигранным матчам. Следующую игру наша команда проводит дома. 22 апреля в Нальчик приедет волгоградский «Ротор».